Добрый день, с вами магазин «Юный папа». Сегодня мы продолжаем наш цикл обзоров по радиоуправляемым питомцам для дома. В данном обзоре у нас краб на радиоуправлении. Игрушка достаточно интересная. Вот, подойдет детям в возрасте где-то от 3 лет. Для запуска данной модели вам потребуется приобрести 3 пальчиковые батарейки. Сам краб работает на встроенном аккумуляторе. Давайте распакуем данную модель, посмотрим, что же входит в комплект. Вот так выглядит комплект поставки. Это пульт управления и непосредственно краб. Вот, по пульту управления есть две кнопки, которые отвечают за движение модели. То есть это левая кнопка отвечает за движение вперед, назад. Правая кнопка отвечает за разворот. Также у модели есть три канала. То есть если вы вдруг приобрели несколько таких животных, и у вас они все начинают работать с одного пульта, то непосредственно можно будет переключить канал управления, и, соответственно, краб у вас там с каким-нибудь там с той же динозавром или крокодилом или мышкой, все будут работать вместе. Вот, обращаем ваше внимание, что для зарядки краба непосредственно используется зарядное устройство, которое расположено непосредственно в пульте управления. Оно расположено на нижней части. Открываете защитный отсек, достаете проводок, заряжаете краба, вот, и в путь. Давайте сейчас откроем комплект. Давайте с вами откроем, установим батареечки в пульт управления и непосредственно опробуем данное животное. Вот, обращаю ваше внимание, что потребуется крестовая также отверточка. Все здесь надежно, хотя не знаю, для чего они здесь нужны, потому что крышка надежно закрывается на щеколду. Это лишнее. Устанавливаем батареечки, попробуем краба запустить, если он немного заряжен. Модели в основном все приходят в разряженном состоянии, то есть после покупки вам необходимо будет установить свежие батареечки и поставить краба на зарядку. Заряжается он где-то порядка около 20 минут, играется порядка где-то около минут 5. Проверяем работу пульта управления, да, все работает. Вот, включаем краба. Вот, глазки у него загорелись. Соответственно, здесь, вот как вы видите, то сейчас он достаточно сильно разряжен, вот, поэтому двигаться он упорно не хочет. Давайте сейчас тогда немножко его подзарядим и увидимся с вами буквально через одну секундочку. И снова здравствуйте. Спустя по прошествии 10 минут мы подзарядили нашего краба. Теперь он полностью функционирует. Вот. Берем пульт, ставим краба. Рекомендую. Поверхность достаточно ровной, без ухабин, ухабов и так далее. Тогда краб будет двигаться очень даже ровненько. Вот. А также стоит обратить внимание, да, то есть это краб. В принципе, модели компании Innovation, они отличаются реализмом. Вот. И, соответственно, краб у вас будет двигаться только бок, соответственно, как настоящий краб. То есть движения достаточно простые. Правой кнопка отвечает за движение вправо, левое, соответственно, за движение влево. Вот. Очень реалистично можно попугать домашних питомцев, животных. Вот. Только поаккуратнее, можете съесть. Вот. Найти данный товар вы сможете на нашем сайте. Артикул модели 3.9.5. Вбив его в поиск товаров, вы всегда сможете его приобрести у нас в магазине. С вами был Юный Папа. Оставляйте комментарии под данным видео. Постараемся на них ответить. Всего вам доброго. До новых встреч.